Ребенку 2 года. Морковь не усваивается, выходит в том же виде, как и поступила. Еду водой не запивает. В чем может быть причина? Не болеет, прививки отсутствуют. Отлично. Что прививок нет, это хорошо. Не знаю. Это надо побольше данных об этом, да? Насколько там мелкая морковь, да? Попробуйте морковный сок, а не морковь. Вот. Попробуйте так вначале. Попробуйте вареную морковь, потому что бывает так, что ребенок там, должен организм ребенка, точнее его флора кишечная, должна познакомиться с продуктом вначале, чтобы начать ее перерабатывать. Соответственно, даем сначала более легкие формы там. Сначала вареную, а потом уже сырой сок, а потом уже сырую, сильно натертую мелкую кашицу, а потом уже кусочки моркови. Ну, в таком порядке. То есть градиент для организма.